Речь идет о том, что при принятии закона о бюджете фонда инвалидов на 2024 год было предусмотрено повышение размера финансовой помощи инвалидам войны на зубопротезирование, на оказание медицинской услуги зубопротезирования и поднятие со 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Также инвалид войны может воспользоваться данной помощью при необходимости в течение 3 лет, то есть частями тоже. Вот. И с учетом предыдущих годов обращается в год от 200 до 300 лиц инвалидов войны, которые нуждаются в таких услугах медицинских. Вот, и 100 тысяч рублей – это не такая сумма, не хватало для таких услуг медицинских, и потому предлагается повышение размеров. До 2023 года размер помощи составлял 60 тысяч рублей, в 2023 году 100 тысяч рублей именно на зубопротезирование. Вот, мы предлагаем очередное повышение со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Это значительная, такая существенная поддержка и помощь для этой категории граждан, инвалидов войны.